Всем привет, с вами я, Марк, всем этим Игорь Гентридаш, и я сегодня опять буду проходить Crazy 2. Погнали. Блин, у меня уже кулаки чешутся, надрать ему зад, чтобы не мучиться, блин, с ним. Не так хватило раньше проблем с ним. Все, идем. Ух, это было очень близко. Так, все, идем. Гоу. Так, там чуть посильнее сажать. И потом уже отпускать нужно было. Тихо, осторожно, вот так вот. Так, ну блин. Я посмотрел ролик, где я там солился на 98, и сейчас я понимаю, что у меня все-таки есть еще надежда. И она очень близко. Именно последняя попытка, она очень близко. Так, все, гоу, идем. Идем, гоу. Идем. Фух. Гоу. Гоу, идем. Все. Так, идем, шар. Босс, идем. Пожелайте мне удачи, пожалуйста. Пожелайте мне удачи. Так, пожалуйста, не надо. Фух. Так, все, босс DJ, я там ни разу и не сливался. На тех опасных моментах. На боссе. Так, гоу. Идем. Есть! Я прошел! Что? Да блин! Сердечко, я тебя, блин, прошел, я прошел, Серёг, крэзи, есть! Так, блин, у меня ушло на него около 4 или 3 тысяч попыток. О май гад! Я просто еще в шоке. Есть. Все, серия Crazy. Сейчас, наверное, иду по Crazy. Так вот. Все. Вот. Смотрите. Сейчас я, блин, фотку отправлю в группу. Привет, точнее, своему другу. Ну ладно. Если надел другие штаны. Ладно, короче, потом отправлю. Ну блин, я думаю, что все, X2-98, честно, я думал. Просто когда я прошел финальную часть, а точнее, когда я дошел до финальной части, я такой, ну все. А точнее, когда я прошел очень узкий проход на 90%, да, он где-то на 90% идет. Ну все, я такой, ну все. 98x2. И я такой. И я тебе отвечаю. 98x2. Я это думал, блин. Я прошел просто сколько демонов. 45.
Да, 45. Вот заметьте. Два инцидемона на 45%. Ой, на 45. В общем, я еще нуб, да, я знаю, что я прошел серию Крейзи, и это хорошо, достаточно, но так неплохо, но, блин, я просто в шоке. Ладно, я просто сейчас буду заканчивать, у меня просто нету слов. GG. Есть. Так, опять 5 кристаллов. Ладно, в принципе, думаю, на этом стоит заканчивать. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. На самом деле, я был Марк. Всем удачи и всем пока.